Йоу, канал Гнусавый Летсплей приветствует своих зрителей и подписчиков, меня зовут КТ2Г, и это продолжение игры «За гранью добра и зла». Вкратце, что было в прошлых сериях? В прошлых сериях мы проникли на завод по производству пищеблоков, либо пищекапсул, что-то в этом духе, вместе с Пейджем. Нас туда послала организация «Ирис», в которую мы вступили, это организация сопротивления против отряда «Альфы». Потому что эта организация подозревает отряд Альфа в том, что они совместно с инопланетными захватчиками Думц крадут, похищают, точнее, людей. И вот расследование нас привело на этот завод. И Пейджа у нас здесь поймали, к сожалению, его запаковали как кусок бекона в бочку и отправили на Луну. Нам необходимо Пейджа вручать. А, ну да, этот товарищ это H2. Это тоже агент Ирис, который был захвачен здесь в плен, и мы его спасли. Так, ну что ж, давайте выбираться отсюда. Сейчас мы вызовем подъемник. Вот он подъехал, и заходим, и убегаем. Так, активируем. Все, почему-то мы пошли вниз, западное крыло. Что нас здесь ждет? А, я маленечко могу заговариваться, что-то у меня сегодня с дикцией не мы то. Мы идем в верном направлении. Скоро выход. Да ладно. Так. Здесь все поломано. Ого! Узнаешь место? Так точно! За этой дверью дьявольская машина, укравшая у меня половину памяти. За какой? За этой? Так, хорошо, я туда зайду позже. Давайте посмотрим на карту. Надо осмотреться. Вот что я скажу. Нам необходимо осмотреться, посмотреть, что здесь к чему. Какие-то ящики. Придется прыгать, мисс Джейд. Да подожди ты прыгать. Здесь есть лифт. Я ничего не помню, что было в прошлой серии. Возможно, здесь я был. Куда прыгать ты? Куда делся? Секунду. Сейчас откроем дверь и все посмотрим. А, дверь не открываю. А, здесь я его спас, да, все точно, точняк, верняк, все так и есть. Так, нам необходимо прыгать. Ну окей, будем прыгать. Спрыгиваем. Так, здорово, здесь служебный подъемник. Давайте вспомним, что здесь. Нам туда, мисс Джейд. Да подожди ты, дай мне посмотреть. Что-то такое. А, вот, собственно, лаборатория. Да, там крысы бегают, да, здесь я был. И что-то я начинаю припоминать. Так. Ну, нам, скорее всего, на подъемник необходимо. А, нет, не на подъемник. Нам необходимо сюда. Все. Подъемник у нас опять наверху ведет. Да ты запа... Так, тихо. Это лифтовое. Так, ну здесь я был. Там внизу ничейная жемчужина. Да ладно. Так. Надо будет ее забрать на корабле. Насчет секреток я не помню. Может, я где-то что-то упустил? А может скоро быть... мы выберемся отсюда. Ну давай, давай, меньше трещи, больше делай. Крыса, привет. Эй, крыса, подсеку, подсеку. Еще одна подсеку просит. Is Пейдж тоже член Ирис? Возможно. Я точно не знаю. Только мне он был роднее всех. Кажется, мозги у тебя потихоньку встают на место. Оклемался немного? Вроде прихожу в себя. Моя голова раскалывается. Они здорово прочистили мне мозги. Ох ты, выход из завода. Так, мне необходимо подобрать ту жемчужину. Для этого мне нужно попасть в свой ховеркрафт. Вы проникли сюда прямо на ховеркрафте? Неужели сумели одолеть стража? Каэш, как два пальца об забор. Так, я за жемчужиной. Да. Все, робот пошел, робот пришел. Из жреца. Платежное средство черного рынка Мамаго. 10 жемчужин. Ура. В такие моменты во мне включается вампир из... вампир-щитовод из улицы Сезам, где он... Одна жемчужина, две жемчужины, три,
Три жемчужины, целых три. Он, мне он очень сильно доставлял, но больше всего мне доставлял вот коршик. Эй. Почему компас? Почему я не могу выехать? Я не могу здесь стрелять, это слишком опасно. Хорошо, тогда будем выбираться. А, да, здесь специально сделали, чтобы мы жемчужину не упустили. Наверное, необходимо через лифтовую выбираться. Наверняка так и есть. Эй. Так. Это наш товарищ, жрец, которого мы расчехлили очень быстро. Что за... Я не могу здесь стрелять. Подожди, это слишком опасно. Я не спорю, я не спорю. Здесь почему-то компас не включается. Так, наверное, необходимо пришвартоваться и открыть ворота. Потому что какая-то ерунда здесь происходит. Либо лыжи не едут, либо я что-то путаю. А, вот, собственно, тот заборчик, да, про который я говорил. Тихо, стоп, по одному, по одному. Так, а где этот товарищ? H2, помогай. H2. Ну, он молодец, он настоящий воин. Вот вы это видели? Он все время сидел там, пока я не разобрался с недругами, и потом только... Ах ты... Механизм сразу за той решеткой. Да я ладно. Я смогу расчистить путь. Атака! Есть, сэр. Он хорош, он хорош. Надо только разыскать где-то поблизости предохранитель. Так, секунду. Давайте посмотрим, что тут есть. Идентификация счета. Ускоритель. Время K-Boops. Так, вот K-Boops я обязательно куплю. Они быть должны. Очень хорошая штука, и никогда не бывает их мало. Поэтому покупать все-таки стоит. Так, что необходимо найти? Уйди, пожалуйста, любезный. А, у меня же есть предохранитель, я могу его вставить. Пожалуйста. Потому что я там забрал. Сработало? H2. Умирает. А, эта штука пожирает меня изнутри. Мне долго не продержаться. Ребята из Ирис могут придумать, как мне помочь. На них единственная надежда. Отведите меня в штаб. Умоляю вас. Я не могу дышать. Так, почему-то мне кажется, что это очень большой развод. Я сейчас приведу, и туда армия налетит. Потому что, блин, в него какого-то червя засадили прямо в мозги, который им управляет. Давай. Ну... Что за фигня? Я тебе... Вот оно, наконец-то. Давай быстрее. Так, необходимо мчаться со всех ног. Что-то это все кажется очень здоровое. Уйди от меня. Держись. Сейчас будет горячо. Так, быстрее. Включаем режим компаса. Держись. Летим в город. Мы вышли из запретной зоны. Я вижу вход в город. Что? Так, нам налево. H2, ты меня слышишь? Давай, друже, быстрей. А! Ничего не вижу! Где вы? Я здесь. Давай. Так, главное сейчас не напутать дорогу. Так, сори за мышку. Я не привык еще к ней. Давай быстрей. Так. Отлично, молодцы, ребята. Так, наши доказательства, смотрите, они пошли на пользу. О, я туда могу попасть. У меня теперь есть пропуск. Так, барракуда. Ну, в принципе, я успею спокойно. Ничего не вижу! Где вы? Ну, ё-моё. Я здесь. Догоняй, шалунишка. Та-та-та-та-та. Сюда, скорее. Открыто. Догоняй. Ну, блин, ну давай быстрее, друже. Товарищ. Давай.
Так, ладно, ты меня ждешь, получается. Толкать. Я думаю, он с нами двинется. Ино, Мэй, скорее! Со мной H2! Ему нужна помощь! Докладывает H2! Корпус Альфа сумел захватить... Служу правому делу! Хаб! Мэй, надо вколоть ему последнюю ампулу с противоядием. Хаб! Хаб, ты меня слышишь? Скажи что-нибудь! У него падает пульс. Готовьте шприц. Скажи что-нибудь, это я, Мэй! Душа друга в обмен на твою шоу. Мэй, скорее, мы его теряем. Я здесь, Хаб, все будет хорошо. Держись, вот уже и все. Джейд, Хаб жив только благодаря тебе. Да я только... Заряженного Бог бережет. Через пару недель будет на ногах. Друзья мои, Джейд поступила очень мужественно. Отлично сработано, детка. Теперь взгляните на карту. Сюда они переправили жертв. Здесь же держат твоего дядю, Джейд. Старые бойни. И твое новое задание. Джейд, твой репортаж с завода всколыхнул все население. Хилийцы, не сговариваясь, оказывают нам поддержку. Так, Морфеус нас посылает на новое задание. Это тебе. Пригодится на будущее. Матерь Василиса. Это все мне? Правда? Пожертвование от народа для Ирис. Здорово, здорово, здорово. Почему так мало? Здесь было больше 5 жемчужин. Ну ладно, это тоже хорошо. Это все неплохо. Надеюсь, по деньгам, да, у меня все в порядке. Так, киса, давай поговорим с тобой. Он выкарабкается. Благодаря тебе худшее уже позади, теперь ему нужен отдых. Ты получила мои снимки с завода? Конечно, они уже отпечатаны и сданы в набор. Ты преодолела гигантскую работу, точнее проделала. Береги себя. Окей. Так, Индиана Джонс. Бой не объявлен военной зоной? Да, по периметру выставлены гвардейцы, подобраться практически невозможно. На твоем месте я сходил бы на гонки ховеркрафтов. Говорят, одна из трасс проходит рядом со стеной окружающей бойни. Если это правда, ты могла бы свернуть с трассы и попасть прямо к бойням. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Так, из-за их защитных ограждений мне не удастся выйти в море. Попроси помощи у братьев-носорогов. Прыжковые устройства запрещены, но у них может найтись старая модель. Так, отлично, и давайте с Морфеусом. Что ты мне скажешь? Морфеус, говори, поговори со мной. Так, и много наших агентов попали в руки корпуса. Мы принимаем все меры предосторожности, но гвардейцы повсюду. Несколько дней назад была утрачена связь с нашим командиром. С командиром хилийского отделения? Никто из нас не знает, кто он на самом деле. Мы ничем не можем ему помочь. Мы даже не знаем, где он. А бойни охраняются гвардейцами Альфы? Почти наверняка. Там сходятся их пути, транспортировки тел. Туда будет очень трудно попасть. Окей. Так, давайте сохранимся. Святой сейф. Так, опять играет музыка пропаганда Барракуда. Перезаписываем обязательно. Штаб Ирис. Прекрасно. Так, все, бегом отсюда. Давайте посмотрим ховеркрафты. Да, отлично. Это правильно. Бойни, бойни, бойни. Ну, давайте выйдем. Ну, толкайся. Так, я что-то не сделал? Или как? Ну, господа. Что за ерунда? Скажите мне, пожалуйста. Нет, я что-то... Надо с H2 попробовать, может, поговорить. Нет, киса, я с тобой не хочу разговаривать. Не хочу. Вот, наконец-то сработало. МОК. Мы одна команда. Карлсон и Питерс, страница 823.
Молодец! Ты настоящий воин. Так, здесь я все посмотрел, здесь я все сделал и обделал. Все, что можно и все, что нельзя. Так, это бычок. Бычок, бычок, бычанский. Так, мне предлагают... Так, мне... Вот почему все кричат, а? Так, ну, мне предлагают поучаствовать в гонках на ховеркрафтах. Собственно, почему бы и нет? Но, опять же, у меня сейчас есть пропуски. Я все облазю, я все обшарю. Ух ты, это руда? Это руда. Люблю руду. Ага. Кажется, я нашел путь внутрь, мисс Джейд. Ну, как бы да. Ну, как бы, что мне сделать? Раз, два, три, взяли. Простые движения, страница 2. Больше ни на шаг не сдвинусь. Ну, окей, я думаю, я смогу пролезть. Уйди, пожалуйста, любезный. А, я совершил ошибку. Я вам когда-нибудь об этом говорил? Вот я так и знал, что я там не смогу пролезть. Я хочу туда. Так, стоп, а как мне забраться просто? Это беда. Это беда. Так, попробуем сейчас обратно вернуться. Может, мало ли, все встанет на свои места. Нет, к сожалению, я запорол. Вот этот вот момент я запорол. Я уверен, там лежало 500 миллионов жемчужин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же некрасиво получилось. Так, окей, ладно. Так, стоп, секунду, я не проверил, есть ли там суператака, суперспособность там, либо что-то в этом духе. Нет, ничего такого нет. Друже, давай с тобой поговорим. Ты пошел на поправку? Похоже на то. Вы дважды спасли мою жизнь, мисс Джейд. НРК, Карлсон и Питер, страница ММ-82. 823, мисс Джейд. Мне казалось, район бойни тоже перекрыт, нет? Так точно. Точка, точка, точка. Я слышал, туда ведет тайный ход прямо с гоночной трассы номер 3. Той, что проходит у бойни. Если он не завален, конечно же. Нам требуется все больше и больше жемчужин. Тогда непременно нужно купить детектор жемчуга. Видел их у Минзу. Это на площади фонтана. Спасибо, друже, я это тоже знал, но спасибо, что напомнил, потому что в последний момент я это забыл. Пока... Так, так, тихо, но не надо кричать. Галактика опасности. Так, 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 мне надо сюда. Мне нужно к Минзу попасть. Так, у тебя снова появилась жемчужина, и ты молодец. Привет, Нури! Привет, проголодалась? Не забудь пропустить кредитку через декодер. Давайте пропустим. Так, берем жемчуг. Целых 16 жемчужин куплено у Нури. Так, ну здесь я могу пройти спокойно. Где у нас был Минзу? Вот он. Отлично. Сейчас я куплю у него все детекторы и животных, и жемчужин. Но для начала, как всегда, конечно же, нужно будет пропустить, пропустить, пропустить. Давайте с ним поговорим. Добрый день, Минзу. А добро пожаловаться, мисса. Если вы перешли за покупкой, сообщите, пожалуйста, номер вашего счета. Давайте мы сообщим. Идентификация счета. Прекрасно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 4000. Так, ну давайте купим детектор. Здорово, деточка. Обнаруживает все близлежащие жемчужины. Сверится с картой на тап. И выбрать детектор, но, скорее всего, скроллом. Так. Хватило мне еще на детектор животных. Отлично, солнышко. Обнаруживает всех животных поблизости. Здорово, здорово. Так, жемчужина, не скучай. Я про тебя помню, я к тебе вернусь, моя дорогая. Так, побежали, побежали, побежали. Так, давайте нажмем на тап. И жемчужин я не вижу. Окей. Так, там была еще закрытая комната ключом. Красным квадратиком, точнее фиолетовым. У меня есть ключ. Да, у меня он есть. Я молодец. Подсобака. Спать. Уйди. Уйди. Вот. Ну, мало. Мало, мало кри... Ай-яй-яй-яй-яй. Введите код, а... Слушайте, а какие у меня еще коды есть? Тот я ввел, там я ввел.
Неверный код. C9R5. C9R5. Вот это... Это нехорошо. А, стоп, мне же кто-то... Мне кто-то же в почте вроде бы говорил. Как почту посмотреть? Я хочу посмотреть почту. Вот она, моя почта. Давайте посмотрим. Кто-то, если я не ошибаюсь, когда-то говорил мне про код. Код доступа на завод. Так, голос Хили, все не то. Блин. Так, ну этот не подойдет. Вот, а, так код запертого L4P9. Да. Ничто не подойдет. А у меня есть какие-то инструменты? Как мне посмотреть то, что у меня есть? Так, карточка от номера 03. Пропуск корпуса Альфа. Да, печать, беда. Я к тебе вернусь, моя дорогая. Необходимо найти код. А код по-любому в той фигне. Так, такого пропуска у меня вроде бы еще нет. Звезды Давида. Да. Тут нужен спецпропуск. Ну, да, логично. Может, код вообще тупо где-то на заборе написан? Так, так, у Минзу жемчужина. Так, ну, что поделать? Мне, получается, сейчас необходимо на гонку. И заодно я проверю... Так, это у тебя только газеты можно купить, неинтересно. И заодно я смогу проверить детекторы в действии. Это что такое? А я здесь был хоть раз? Нет, это просто такая вывеска. Никуда не ведет. Точнее, входа нет. Как и выхода. Так, идем на парковку. Главный канал. Стоп. Масштаб. Целая куча жемчужин там. А здесь что? Как туда попасть? Животные? Животных пока не вижу. Так, прямо налево, и потом как-то там надо поумудриться вправо воткнуться. Вроде бы я раньше пытался, у меня это не получалось. Так, вот сейчас... Ну, уйди, куда ты лезешь? Так кто тебя сюда звал? Ты вообще кто такой? Опс. Так, это перепрыгивать надо. Один рыбак принес мне жемчужину, которую нашел в пещере. Спасибо. Вот это на самом деле круто, это облегчает жизнь. Так, выходим в район маяка. Поедем сейчас к Мамага, установим прыгающее устройство. Послушаем их песенки забавные, они мне очень нравятся. Честно, они мне доставляют. Так, масштаб. И как выбрать мне детекторы? Ох ты, сколько плееров здесь. А сколько? Мне надо было, наверное, плеер поискать в пешеходном районе. Так, держимся правой стороны, и там есть заходик. Ясно. Так, еще на острове где-то. Животные. Круто. Так, но пока меня интересуют жемчужины больше. Так, держимся правой стороны, где-то должен быть въезд. Вот, собственно, и он. Здесь, наверное, очередной грабитель. Так, здесь пусто. По-любому здесь грабитель. Да! Так, ну я вроде бы здесь был. Берегитесь, Миджей! А, нет, вот, да, теперь я здесь есть. Ну все, опять они меня ограбили на целых 100 рублей. Не дайте ему уйти, Миджей! Ну все, падла. Крепись. Молись. Просто молись. Тебе хана. Я супер ас. Ай-яй-яй-яй. Проскочили. На тебе, вонючий. Еще тебе на. Он уже горит. Мы его подбили очень хорошо. Или он просто так выделывается. Но стрелять в него без толку, потому что это скрипт. Он от нас едва будет уезжать. Успели. Да не ори под руку, мы все успеем. Мы супергонщики. Эх, был бы Пейдж.
Он бы такой ерунды не морозил. Ай-яй-яй-яй! Да, я же говорил, я супергонщик. Никто не справится. Мины, мины лесом. Скорее, дверь закрывается. Все, успел. Успел. Так, здесь необходимо сосредоточиться и прыгать по этим штукам. Потому что красные штуки не есть хорошо. Все, прекрасно, просто мастерски. Самонаведение, огонь! Ай-яй-яй-яй. Все, круто. Так, я успею. Вау! Все, бежать некуда. Ну что, друже, пора баньки. Все, получили жемчужину. Это круто. Где здесь выход? Мне пора домой. Выход там, наверху. А, нет, он не совсем там был. Все, теперь мы выехали. Так, давайте посмотрим на карте. Жемчужины, отлично. Так, еще одна, скорее всего, пещера грабителя. За гаражом Мамагу. Что ж, давайте, думаю, сначала к Мамага заскочим. Со всех ног мчим туда. Они снова дымятся. Так, прекрасно. Мамаго! Мамаго! Я тоже так умею. Привет, Иссам! Йоу, Джейд! Бабукар и самый Хал, Мамаго! Всегда рады видеть тебя в своем гараже! Можно я кое-что себе присмотрю? Разумеется, Джейд! Сколько угодно! Ведь мы, Мамаго, крутые перцы! Смотри, не забудь! Мамочка берет только с жемчужинами! Иди в пень! А интересно, он скидку даст, если попробовать в крепости Рака? Что ценится дороже жемчуга? Да ничего, даже в корпусе Альфа это мигом просекли. Они прячут жемчуг в так называемых огражденных районах. Но на Хиле остались богатые залежи. В каждой пещере можно найти хоть одну жемчужину. Да, в принципе, этот код можно говорить всем и получать своеобразные подсказки. Так, где здесь кнопка, чтобы уронить движок нечаянно? Давай поговорим с тобой. Эй, Бабукар! Бабукар, как дела? Привет, Джей! Дела не слишком. Видел тут репортаж в газете Ирис. Корпус Альфа с самого начала нас обманывал. Это они похищают хирийцев. Вот верите? Нет, я не могу как Мамага разговаривать, как бы я ни пытался. Можешь себе представить? Ага! Собственными глазами видела это чудовищно. Ты? Видела? А в крепости Раковине? Ты знаешь пароль? Так ты... Вот значит как. Береги себя, Джейд. Ты мне скидоньку дай. Друже, ведь мы же одна команда, мы же типа заодно. Так, что у нас здесь интересного? Там ничего интересного нет. Так, мне... давайте с матушкой поговорим. Салют, Хал. У вас случайно нет ничего такого для прыжков над волнами? И в качестве бонуса над защитными ограждениями. Угадал? Бери это прыжковое устройство, Джейд. Не прогадаешь. Крепости Раком. Верно, Джей, ты не станешь обманывать. Но матушка не берет обычных денег. Ну, отлично. Мама запрягает носорогов. Браво, крошечка! Так, использование. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы подпрыгнуть. Прикольно. Прикольно. Мне это нравится. Так, там ремнабор. 30 штук стоит. А для чего нужен стабилизатор? 20 жемчуга. И 30 сам движок. В принципе, все пока идет неплохо. И я могу маленечко подобывать жемчужинки. Таким образом, можно передохнуть от миссий. Ну-ка. Так. Заходи к Мамаду. Пробуем прыгать. Так мало? Я-то думал, а вы? Так, где-то за гаражом Мамага есть вот очередной пляж. И там, я уверен, еще одна пещера грабителей. Да, так и есть, вот она, пожалуйста, смотрим. Ай, как
Вороксы! Их можно сфотать. Я здесь не был. Так, друже, ты со мной? Так, лягушки, я вас еще ни разу не фотал. Отправляем Буффа Эректус. 450 кредитов. Круто, круто, хорошо. Давайте-ка здесь сохраним. А, так, секундочку. Посмотри, что в этом ящичке. Ох, ой-ой-ой-ой, Фу-1. Перфекто, отсканировал. Ну, а, назад, да, собственно, я затупил. Берем ускорение, берем ускорение. Лишним не будет. Зачем его покупать, когда покупать лучше еду? Так, сохраняем. Думаю, сохраним на третий слот. Да, собственно, Черный остров. Мы его переименовываем в логово Вороксов. Прекрасно. Так, и давайте посмотрим. Детекторы, плееры, жемчужины. Здесь где-то меня ждет жемчужина. Но она меня ждет, потому что там какой-то нибудь босс Ворокс. Так, отлично, лягуханы пошли прочь. С дороги! Так, давай, открывай. Одевай шлем. Ну, друг. Карлосон и Питерс! Так, Рошек, жемчужник прямо по курсу. Спешит в открытие. Ворокс только что жемчужину притащил. Ну, друзья. В атаку! Ага, все то же самое. Добей еще раз. Ломаем мост. Ну, друг, прыгай, прыгай, прыгай. Отлично, кредиты. Кредиты, 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 это важно. Ай, меня зажали. Пошли прочь. И бьем его. Все, здорово. Кредиты мы получили, есть еще один. Так, не умирай, не умирай. Тихо, 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 тихо. Тихо. Все, кредиты мы все достали. Так, необходимо нашему товарищу дать поесть, а то его сейчас убьют. Еще один удар и хана ему. Давай, бей. Так, все, с ними мы расправились. Так, давайте с ним поговорим и дадим ему энергии. Нет, 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 ты что? Ты что дала ему? Глупая девчонка. Ага, больше никакой еды и не было. Ну ладно, кей-бупс так кей-бупс. Очень жаль, конечно же, тратить впустую такие замечательные штуки. Так, здесь у нас пузырь. Так, этих мы можем победить. Давай, бей. Вас понял. Есть, сэр. Так, стреляй, 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 стреляй. Пиу-пиу-пиу. Смотрите, как круто. Меня, конечно же, чуток ранили. Так. Бьем сюда, прямо по кредитам. Точнее, по кристаллам. Так, давай еще раз. У него прикольный топор, мне он нравится. Я такой же хочу. Ну, у него молот, а не топор. Не сэр, а мисс. Мисс сэр, для тебя, понял? Щегол. Латунный. Ух ты, как много. Так, все прекрасно. Собираем, собираем, потому что мне денежки нужны для покупки жемчужин и прочего хлама. Так, жемчужина одна там. Так, секунду, давайте-ка перейдем обратно на другой мост и посмотрим, что нас ждет здесь. Так, бей. Бьем, замечательно, разбиваем кристалл, собираем другие кристаллы. Еще один. Бьем. Так, бей. И в атаку. Стреляй, 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 стреляй. Так, бить не в кого. А сейчас подожди, без приказаний. Сейчас мы его дисками закидаем. Которые почему-то не долетают. Ну давай, иди сюда. Все, отлично. Нет, мы его не сагрили. Ты летун космический. А, он вообще, он постиг дзен, ему пофигу. Говорит, меня ваши диски никак не злят, ничего подобного. Так, вороксы.
Идите-ка сюда. Разговор есть. Побазарить нужно. Так. На те. Так, ты не стой под ногой. Так. Хватит умничать. Нифига я комбо провел. Так, ну сейчас он будет убегать. Вот 100 пудов. А, смотрите. Это какой-то блатной. Да ты. Слава богу, вы на нашей стороне, мисс Джейд. Че, все что ли? Но, тем не менее, неплохое было приключение, я не спорю. Так, 3 жемчужины. Мне необходимо еще 20 жемчужин и еще 30. Итого мне необходимо в общей сложности 50 жемчужин. Так, а я там не посмотрел с края самого. Все, тупик или нет? Так, и 50 жемчужин в общей сумме мне нужно, чтобы купить стабилизатор и купить двигатель. И все, в принципе. На этом можно и успокоиться. Потому что больше мы улучшать ничего не сможем. Ай-яй-яй, чуть не упал, чуть не упал. Так, ну я думал, пещера будет намного больше. Оказалось, так себе, чисто такая проходная. Так, запрыгиваем. Тихо, ну запрыгивай, дорогуша, что ты делаешь? Зачем ты падаешь, а? Так, все, идем на выход. Лягуханы, привет. Так, давайте сохранимся. Так, третья ячейка. Да, логово Вороксов. Бывшее логово Вороксов. Так, ну что, друзья. Давайте на этой ноте мы закончим эту серию. Мы выбрались из завода. Мы получили новое задание. Мы купили для нашего ховеркрафта прыгающее устройство. И сейчас... что, не сейчас, точнее, в дальнейших сериях дальше. И перед тем, как идти на миссию, я хочу... полазить по дебрям, поисследовать, найти все жемчужины, какие я могу достать, и, соответственно, нафотать животных, чтобы получить, опять же, жемчужины. Мое упущение с первой серии, то, что мне не получилось того скелетообразного червяка сфотать. Это было очень сложно сделать, у меня не получилось. Но это возможно, я его фотал каким-то образом же все-таки. Вот, друзья, поэтому на этом серия подходит к концу. Спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии. С вами был Гнусавый Летсплей. Пока!